скоро подъезжать, когда чуть-чуть пройдет. Вот. А куда подъезжать, более-менее сколько? Вот на правом поверните, лучше будет видно. Вот сюда вот. Вот отсюда, я думаю, он зайдет. Тут плотина там, ага. Видите, какой березняк вокруг. А там дальше один осенник идет. Вообще. Косачище такая. Вот сюда ходят купать все дети. Оно везде одинаковое, по грудь. Тоже за два года уже трава появилась. Видишь, он как, сколько мог, сухой год был. Ну а это вмешается в деревья, то мы сразу их уберем отсюда. Ну, здесь тоже, вот то, что мы были на последнем, точно так же. И он уже полностью все уберет. Полностью все. Его половина не уберет, это рязка. А так, если говорите 20 метров, да, он выкидывает, или сколько говорите? Этот дорогой метод кошки кидает. 14. 14. А дальше он на глубину-то может брать и 5, и 6 метров. Под себя он хоть 20. Вот. Если здесь пробьется ключ, значит нам больше ничего не надо. Этого достаточно по высоте. Это слив сделанный. Вот здесь вот. Деревянный такой. Миша, если 14 метров, получается, это вот недалеко. Вы мне на дорогой выведите, пожалуйста. Я вам... Телефон там еще, ну, дайте. Не хочу даже самое, вас обнадеживать. Обнадежишь? Он сюда не поедет, дорогая. Ну как не поедет? Его привезут? Я понимаю, что он его привезут. А почему он не поедет? Ну, объем маленький. За 100 тысяч он не поедет работать. Вы представляете, трал. Он мало того, что он сюда просто не подъедет. Ему нужно твердую землю. Вот он у нас ЛДК, знаете, в Рубцовске есть? Лес-древкомбинат. Карлинский. Сейчас уже обнаглели, заказник пилят. В Титовке заказник. Там лес, там, ну просто, и его начали. В советское время там даже запрещали какую-то веточку брать. А сейчас и он пошел. Там такие деревья, такие прогонистые стволы стоят. Все под нож пошло. Так вот он на ЛДК, они что делали? Опилки. У них говорили, давайте мы опилки заберем. Там же горы опилок. Вот, ну, да. Ты не представляешь, вот с березы вот такие горы. Опилки, опилки, лес-то перепиливают. У них мощности хорошие, 700 тысяч. Представляешь, оборот, кубов. Вот. Они брали драглайн, вот Юрку. Он копал яму. До 14 метров копал яму. Они экскаваторами. Ну, со всех сторон обойдет. Вот сколько. Они экскаваторами опилки туда свалят и сверху землю засыпают. Свинство последнее, это вообще это сволочи, такое вообще делать нельзя. Люди купили себе пилетные котлы, на опилках котлы купили, и они стали опилки продавать. А то хоронили их, выбрасывали, то стали продавать. Ну зачем ты это снимаешь? У вас телефона нету? Ну есть, почему? А, его нет, вообще нету, это было лет 4 назад. Юрка, я знаю, что он на пенсии, а там Бакарай Серега, хозяин этого драглайна. Юрка, это он раньше работал лично с моим пилотом, он его хорошо знает. Там просто специализированный механизатор должен быть. Это, да, там, ну, со спецов-то нет, кто на драглайне работает. Кто на драглайне надо? Драглайн, да нет, он стоит, кто он, куда не делает. Он там стоит, один там на котором. Там страховое все, там вот есть ледвёдское течение, ледвёдское течение, ну он где-то залённый, вот этот драглайн, у него зашёл где-то там. Водительное, вот это, да. Да, не подойдёт, им там будет как-то надёт. Такое расстояние проехать, сидеть здесь с камерами, он будет чуть-чуть. Он на этот, потеряет впереди заеду. Поле металла.
интернете посмотри, Сибирь полиметалловый. Потеряешь. Вот он сюда зашел, а они курсы разрабатывают, породу выкидывают, он ее сгребает. То есть даже ему это, ну понятно, там работает. Он там получает 15 тысяч в день, что ему еще надо? Так, вы сейчас в траву заедете, чтобы не на поле, и развернетесь назад. Да, развернешься, мы сядем.